О том, что он больше не пациент больницы неотложной помощи, депутат Анатолий Родинский узнал в субботу. Говорит, ему просто отказали в лечении. В палате поменяли замки, а одежду предложили забрать в понедельник в приемном отделении. Меня в субботу выкинули просто из городской больницы, из 4-й неотложки. При том, что не отдали ни вещи, сказали, что приходи в понедельник. И не отдали даже список назначений, список лекарств, которые нужно было принимать. Официальная причина – нарушение больничного режима. Ее новостям АТН подтвердили и в горсовете, однако комментировать этот инцидент не стали. А сам депутат уверен, это политические репрессии, ведь больницы неотложной помощи подчиняются городу. А в мэрии вряд ли были довольны тем, что Анатолий Родинский выехал из учреждения в пятницу для того, чтобы принять участие в записи программы на национальном канале. Депутат уверяет, он накануне предупредил персонал, принял все необходимые лекарства и взял с собой нужные таблетки, однако обратно его уже не принял. Не участвовать в выпуске программы он просто не мог. Рассказать о том, что произошло, о том, что в Харькове Кернес ради победы в первом туре готов на все, рассказать о его фобии второго тура, что он боится второго тура, и потому что во втором туре он может просто не победить. После того, как его выгнали из больницы скорой помощи, врачи, говорит Родинский, оказали ему помощь на дому, а после его госпитализировали уже в областную больницу, где он и продолжает лечение. Нападение на депутата произошло около его дома в ночь со вторника на среду. Неизвестный набросился на него с палкой и несколько раз прицельно ударил по голове, однако скрылся, когда из дома выбежал вахтер. Правоохранители квалифицировали нападение как покушение на убийство. Ведется следствие. Сам Анатолий Родинский уверен, покушение связано с его политической деятельностью. В первую очередь с тем, что он баллотируется на пост мэра. И при этом последовательно критикует Геннадия Кернеса. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».